Конкурс «Юная телезвезда» шествует по городам и весям Гомельщины. И следующий пункт нашего путешествия – город Калинковичи. Именно здесь, в Центре творчества детей и молодежи, проходит настоящий кастинг. Попробуем заглянуть за кулисы. Меня зовут Ксюша. Приветствую всех. Надеюсь на теплый прием и успех. Я вам о себе расскажу объективно, умна, весела и во всем позитивно. Я на этот конкурс пришел, так как я себя вижу в роли неплохого телеведущего в музыкальной передаче. Под крылом оставляя небоскребы, может это и сон, но ты попробуй верить в то, что сбудется нечто. Мы находимся за кулисами конкурса «Юная телезвезда» в городе Калинковичи, и сейчас нам выпала честь пообщаться с участницей, которая первая выступала на этом кастинге и наверняка очень волновалась. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Годлевская Полина. Скажите, чего вы ожидаете от этого конкурса? Какие новые перспективы или новый опыт вы хотели бы получить? Это, конечно же, знакомство с новыми людьми, участниками этого проекта. В любом случае, это интересный опыт. Полина, а какую песню вы любите и хотели бы спеть просто для себя, для души? Сейчас вам предоставляется замечательная возможность. There's a fire starting in my head, reaching the fever pitch and bringing me out the dark. Благодаря этому конкурсу я поняла, что я могу показать себя не только в рамках вокала или в рамках танца, я могу выйти на телевидение. Ты звонишь маме и сообщаешь о своей победе. Говоришь, мама, трубку поднимаешь. Дилин-дилин-дилин-дилин. Поднимай трубку. Трубку поднимай. Алло. Я выиграла. Я сам по себе очень общительный человек. В будущем я бы хотел пойти выучиться на актера, но мои родители пока против, потому что они хотят, чтобы я получил какое-нибудь высшее образование, но все же я добьюсь своего. Очень скоро мы узнаем, кто же представит город Калинковичи на конкурсе «Юная телезвезда» в городе Гомеле. Но пока жюри совещается, сохраняется интрига, а мы, пользуясь моментом, побеседуем с председателем судейской коллегии Светланой Змушко. Светлана Михайловна, скажите, почему вы выбрали именно такой формат проведения конкурса? Почему именно такой формат? Ну, это позволяет больше раскрыть и узнать все возможности наших участников нашего сегодняшнего конкурса. Поэтому я думаю, что это более самый такой оптимальный выбор проведения этого мероприятия. Приглашаю на сцену и для вручения титула «Миссис прямой эфир» Нурмухамедову. Ну что ж, будущее наши юные телезвезды. Пожелаем вам удачи. 3, 4, 5.